господа, мой любимый Victory Vision, моя мечта просто голубишая. Во-первых, вот это вот, это что-то новенькое, я еще не разобрался, я вот только сюда зашел. Вот это вот, собственно, мечта, которую я и хотел. Наверное, все-таки я когда-нибудь его себе возьму, потому что это просто космос. Это, блядь, настолько шедевральный мотоцикл. Он лаконичный, он не настолько загружен всякой хуйней, как голда. Нет, он гораздо проще, но выглядит он просто космолет. Давай, Кать, поближе. Никакой мелочевки, никакой мишуры. Чистый мотор. Фрезерованный алюминий, все так гладко, аккуратненько, никаких лишних проводочков, ничего нету. Большая огромная штанга заднего тормоза, подножки складываемые, вот это вот клыки, это крэш-пеги, то есть, грубо говоря, когда они падают, мотоцикл на них скребется, они большие, массивные, металлические, то есть, грубо говоря, их просто меняешь после падения и все. При каких-то серьезных падениях, да, уже там все гораздо серьезнее, но любые элементарные там падения на маленькой скорости, он вполне от этого спасает. Вот это, кстати, такое решение, казалось бы, ну фигня, что виндскрин, ну, грубо говоря, защита от ветра, но на самом деле очень сильно она искривляет потоки воздуха, и совершенно по-другому себя на мотоцикле чувствуешь. Что еще? Ну, конечно, посадка, да, это все шикарно. Посадка здесь идеальная, очень все хорошо. Я еще не спрашивал, вот сейчас менеджер подойдет, если он мне разрешит, я на нем сяду, конечно, покажу, как выглядит на нем посадка. Но, в принципе, на нем посадка что-то между электричкой и голдой. То есть, есть посадка как на голде, грубо говоря, как на мопеде сидишь. Но на той же электричке, когда ты сидишь, ты уже чувствуешь себя на вполне большом мотоцикле адекватно. То есть абсолютно нормально себя чувствуешь, как на большом мотоцикле. У тебя нормально расставлены ноги, ты не устаешь. А вот здесь вот что-то между, потому что руль сильно назад, то есть ближе, как на голде. Но он расставлен шире, и ноги стоят так же, как на электричке, и ты чувствуешь себя на нормальном адекватном мотоцикле. Пойдем дальше. Кофрачи такие, это подпружиненные. Ну вот, кстати, многие жалуются, что действительно у него очень кривые кофры. Ну, кривые в каком плане? Они нестандартные. Тут есть вот всякие вот такие вот ниши дополнительные, в которых, да, что-то можно еще положить, но основное отделение, оно очень корявое, оно нестандартное, и что-то такое габаритное конкретного размера сюда сложно уместить. Поэтому боковые кофры в основном используются для мелочевки. Давай, Кать, отсюда. Смотрите вот эту жопу. Это просто феерический зад. Я не знаю, настолько сексуальные задницы я ни у одного мотоцикла не видел. Смотрите, какие линии изогнутые все. Ну, просто, я не знаю, дизайнер просто красавчик, молодец. Это... Ну, блядь, я первый раз этот мотоцикл увидел в каком-то журнале, мото, что ли, еще давным-давным-давно, когда они только появились. И, по-моему, ты мне его показала, да? Катя его показала мне, это просто, я просто влюбился в него с первого раза. Блин, закрыто, ну вот. Центральный кофр не покажем. Музыка, да, все это понятно, но это все ненавязчиво. Оно все идет, вот полосочки идут, вот они как идут, и в продолжение идут, перетекают в колоночку. И это все ненавязчиво. Здесь нету никаких непонятных кнопочек. Все кнопочки вот тут вот, если присмотритесь, Катя. Давай вот здесь вот. Вот, видно тумблеры? Видно. Вот, тумблеры. Это все здесь. То есть управление радиостанцией, управление громкостью. Так, ну, управление громкостью заднего, честно говоря, хрен знает где. Тут все очень сильно запрятано и ненавязчиво. Максимум, чтобы мотоцикл был похож на железный настоящий мотоцикл, а не пластиковую какую-то непонятную игрушку. В принципе, как голда. Центральная панель, ось. Ну вот, честно говоря, вот это вот решение мне, честно говоря, не нравится. То есть, вот, ну, видно, что это лакированная краска. Вы видите, она вот, ну, мотоцикл новый, она уже вся в царапинах. Я пальцем провел, вот, просто пальцем, уже появляются царапины. Кнопочки все очень удобненькие, все очень аккуратненько сделано. То есть, они прорезиненные, они большие, в них можно нажимать перчаткой без проблем. Комплектация. Тут, кстати, еще что-то должно быть, но этого нету. Аварийка, подогрев рукояток,
Я так подозреваю, что должен быть еще подогрев сиденья. Мотор у всех Victory одинаковый. 200 на спидометре. До 5000 крутится. Ну, понятно, это классический Витвин. Что у нас здесь? 6-ступенчатая коробка, ABS, бла-бла-бла. Ну, сам вид мотоцикла просто шедеврален. Друзья, мне очень нравится, как выглядит вот этот мотоцикл. Я не знаю, что... А, есть Хаммер. Кстати, вот Хаммер, который Рамиль очень хочет. Потому что, собственно, у него Хаммер. Ну, я ничего не буду про него рассказывать, он не интересен. Мне не интересен. Есть версия Victory Vision Street. Это без центрального кофра. Вот такой вот гладкий, зализанный вниз. Есть Victory Vision... Так, подожди. Street и Tour, да. Вот это Tour. Tour уже, грубо говоря, для дальних путешествий с центральным кофром.